Здравствуйте, девчонки и мальчишки! Я рада приветствовать вас в нашей волшебной мастерской. И сегодня мы с вами будем делать вот такого веселого ежика. А для этого нам понадобится лист цветной бумаги, клей, фломастер и ножницы. Давайте приступим. Берем лист бумаги и с одной стороны подгинаем его на несколько сантиметров. Затем разворачиваем и сворачиваем его в другую сторону пополам. Хорошенько проводим пальцами по сгибу, чтобы у нас остались линии. Берем наш клей и промазываем полоску, которая осталась от первой линии сгиба. А затем приклеиваем ее. Берем наши ножницы и отрезаем эту полоску до середины, до линии второго сгиба. На оставшейся полоске нам нужно нарисовать мордочку нашего ежа. Нарисовали, и затем мы ее вырезаем. Вот такая деталька у нас получилась. И затем мы начинаем от мордочки сворачивать нашу бумагу гармошкой. Хорошенько проводим пальцами по нашей гармошке. Вот такая деталька у нас получилась. Затем мы сворачиваем ее пополам. И склеиваем получившиеся половинки. Теперь мы берем вырезанный уже нами грибок и приклеиваем его на иголки нашему ежику. Последнее, что нам осталось, это дорисовать нашему ежику мордочку. Мы просто обводим по контуру, рисуем ему носик. Глаз,
и улыбочку. Вот такой прелестный ежик получился у меня, а у вас получится еще лучше. Ну а мне пора прощаться. До свидания.